Привет всем, меня зовут Корецкий Сергей, и это «За факты». Большинство людей смирились с невозможностью реализовать свои детские мечты во взрослой жизни. В итоге мы имеем тысячи, если не миллионы замученных сотрудников заводов и примерно столько же унылых офисных работников. Очень малый процент людей остался доволен выбором своей трудовой деятельности. Однако в 21 веке существуют такие профессии, которые позволяют получать не только хороший доход, но и огромное удовольствие от выполнения необычных заданий. И в этом видео вы узнаете именно про такие. Погнали! Прыгун на матрасах. Прыгун на матрасах входит в рейтинг самых уникальных профессий мира. Истинной целью данной веселой деятельности является определение ортопедических свойств и способности сопротивляться динамической нагрузке с переменными характеристиками. Прыгунов постепенно заменяют машинами, но в компаниях, специализирующихся на ручном производстве матрасов, должность по-прежнему актуальна. Как можно доверить бездушному механизму проверять работу, выполненную пальчиками тружениц цеха? Профессиональный Соня. Редкая и уникальная профессия для любителей полениться всласть. Руководитель никогда не накричит на сотрудника, заснувшего посреди рабочего дня, ведь это является его непосредственной обязанностью. Живо представляю себе, как я надеваю любимую пижаму, укутываясь в одеяло и 8-10 часов тружусь без перерыва на обед. В последние годы у жителей мегаполисов участились случаи хронической бессонницы. Ученые ищут причины негативной тенденции и разрабатывают методы их устранения. Так как сон до сих пор мало изучен, то профессия Соня будет актуальной еще долгие годы. Тестер водяных горок. В Америке невероятно ответственно относятся к построению аквапарков. Так, в 2013 году некого Себастьяна Смита наняли тестером водных горок. Компания First Choice, предоставляющая развлекательное оборудование для курортов и тематических парков, оплатила все расходы, связанные с проверкой всей существующей продукции с целью повышения качества последующих партий горок. Плюс парню выделили неплохой гонорар. Себастьян путешествовал по планете, катался на аттракционах, оценивал такие важные критерии, как сила всплеска, адреналиновый фактор, скорость спуска. Чем не работа мечты? Няня для панд. К сожалению, на данный момент вакансия закрыта, но вы можете подождать своего звездного часа и следить за обновлениями на официальном сайте организации Giant Panda Protection and Research Center, которая находится в провинции Сычуань, Китай. Сотрудники заповедника занимаются сохранением плюшевых мишек от вымирания. К своим питомцам они относятся с большим трепетом, даже няню к ним приставили. Единственной обязанностью является круглосуточное увеселение детенышей панд. Нянюшки играют с забавными зверьками и получают за это 32 тысячи долларов в год. Бесплатное питание, проживание, а также служебный автомобиль. Требования к кандидату не слишком высокие. 22 года от роду, умение читать и писать на английском, а также базовые навыки фотографа. Сторож тропического острова. Сторож тропического острова. Британец Бен Саутхолл заставил миллионы людей позеленеть от зависти. Парня назначили смотрителем Большого барьерного рифа. На данную вакансию претендовало порядка 35 тысяч человек. Сами понимаете, работа сторожа никогда не считалась утомляющей, а в окружении австралийских красот она и вовсе приобретает сходство с райским курортом. В течение 6 месяцев Бен трудился, не покладая рук. Каждый день ему предстояло совершать круизы вокруг рифовых островов, погружаться с аквалангом и фотографировать подводную флору и фауну, а также вести официальный блог заповедника. Тестер презервативов. Сэм Уайт, менеджер по маркетингу компании Durex, нанимает австралийцев в возрасте старше 18 лет, которые могут выступить в качестве тестеров одного из 200 видов презервативов, производимых компанией. Участие не оплачивается, но тем, кто попадает в число избранных, дадут возможность выбрать на $60 продукции компании, о которой они должны предоставить отчет после тестирования. Один из 200 счастливчиков выиграет бонус в размере $1000. К сожалению, набор тестеров закрыт. Тестер пляжей.
Шведская студентка получила работу тестера пляжей. В ее обязанности входит купаться, загорать, нырять с аквалангом, посетить местные рестораны и процедурные кабинеты и записать свои впечатления в блоге. А пляжи эти находятся на Средиземном море, в Сингапуре, Майами и Рио-де-Жанейро. Испытатель борделей. Для того, чтобы создать рейтинг немецких борделей, сайт Kaufmich решил проверить уровень их чистоты и качество сервиса. Поэтому им понадобился профессионал своего дела и настоящий любитель походов в публичные дома. Кстати, необразованных на эту должность не берут. Если вы жить не можете без секса и не боитесь болезней, передающихся половым путем, эта работа создана именно для вас. Курорты Мексики ищут посла в соцсетях. Сеть курортов в Латинской Америке Vidanta ищут человека, который будет получать 120 тысяч долларов за проживание в лакшери-курортах и их описание в соцсетях. Помимо зарплаты, ему будут оплачивать проживание, развлечения и питание. Соискатель, который получит работу, будет жить на лучших курортах. Весь свой опыт предстоит описывать в соцсетях. Персональный шоппер. Работа мечты для каждой девушки. Некоторые люди не в состоянии сами совершать покупки. Например, их физические возможности ограничены, либо походы по магазинам не вписываются в плотный график. Особенно востребованы персональные шопперы в Голливуде и в Нью-Йорке. В зависимости от пожеланий клиента в обязанности профессионального покупателя может входить пробежки по бутикам, мониторинг новинок и акций, посещение модных показов. Обязательно пишите в комментариях, какая из профессий вам понравилась больше всего. Или, возможно, у вас тоже какая-то специфическая работа. Пишите в комментариях, будет интересно почитать. На этом у меня все. Берегите себя и своих близких. Пока!